Здравствуйте, в эфире телекомпания «Город», вы смотрите программу «Время говорить». Наши корреспонденты расскажут о наиболее заметных событиях уходящего дня. Коротко о главном сегодня. Выборы не состоялись. Ректор Рязанского государственного университета до сих пор не определен. Рязанский мир не без добрых людей. Наталья Каскина и ее несовершеннолетним детям помогают всем миром. Напомним, после пожара в Рыбновском районе семья осталась без крыши над головой и средств к существованию. Еще один «А сколько будет?» продолжается криминальное движение по наркотрафику, пролегающему через наш город. А теперь обо всем подробнее. Коррупционный скандал, связанный с задержанием заместителя начальника областного управления Федеральной налоговой службы Алексея Новикова, получил продолжение. Железнодорожный суд Рязани принял решение арестовать чиновника. 27 января постановлением Железнодорожного районного суда города Рязани удовлетворено ходатайство Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Новикову А.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. В связи с арестом крупного налоговика сегодня сделал заявление рязанский губернатор. Могу сказать, что для меня это не стало неожиданностью, поскольку в течение достаточно значительного времени я занимался, работал по этой теме, потому что поступали конкретные жалобы конкретных руководителей и собственников бизнес-структур различных. Я об этом информировал наших правоохранительных органов, вплоть до того, что даже информировал президента о ситуации, связанной с работой госналогслужбы, особенно с возвратом НДС. И потому что не возвращали НДС, даже если были решения арбитражных судов. Поэтому я бы хотел сейчас, чтобы представители бизнес-сообщества, которые пострадали вот от таких неправомерных, мягко говоря, действий руководителей налоговой службы, обратились в Следственное управление, Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области, потому что все равно в ходе расследования все факты будут устанавливаться. Если суд со своим решением определился, то вот в Рязанском государственном университете ситуация с выборами ректора, что называется, повисла в воздухе. Напомним, в ноябре ушедшего года комиссия по выборам ректора РГУ согласовала 3 кандидатуры потенциальных начальников университета. Аттестационная комиссия Министерства образования и науки России также согласовала кандидатуры претендентов. Это Татьяна Еременко, первый проректор университета, Елена Кирьянова, проректор по учебно-методической и воспитательной работе РГУ, и Светлана Панюкова, профессор кафедры дистанционных образовательных технологий из Дружественного радиоуниверситета. Вчера ректора должны были выбрать, но не вышло. Дело дошло до второго тура. На финишную прямую вышли Татьяна Еременко и Елена Кирьянова. Однако никто из них не сумел набрать нужное для победы количество голосов. А это 50% плюс один голос. Сегодня ситуацию в РГУ на заседании регионального правительства прокомментировал губернатор Олег Ковалев. Печально, что в очередной раз голосование не принесло результата. Между тем, должен отметить, что выборы проходили очень демократично, с соблюдением всех процедур. В список были включены все кандидаты, предложенные коллективом, но даже второй тур не выявил победителя. Сам факт того, что ректор не был избран, это не очень хороший показатель. Я бы даже сказал, плохой показатель. Он доказывает, что в коллективе нет согласия, нет понимания серьезности ситуации. ВУЗ продолжает оставаться в числе неэффективных. Теперь по поводу дальнейшей судьбы университета предстоят консультации в Министерстве образования Российской Федерации. После вчерашних неудачных выборов вновь пошли разговоры о возможном объединении двух крупнейших вузов Рязани – РГУ и радиоуниверситета. Это один из вариантов развития событий. Другой – назначение ректора Федеральным министерством образования. В ближайших выпусках мы планируем вернуться к теме выборов ректора РГУ и проанализировать ситуацию с учетом мнения экспертов. Продолжаем программу. Погорельцы из села Ходынино Рыбновского района Наталья Каскина и ее несовершеннолетние дети благодарят всех, кто помогает им выстоять в сложившейся ситуации. Напомню, после пожара, случившегося в начале января, Наталья с детьми осталась без крыши над головой, без денег. Даже зимние вещи сгорели.
После того, как появились первые известия в прессе, пошла помощь от рязанцев. Выезжала в Ходынино и наша съемочная группа. О том, как у семьи Каскиных складывается ситуация сейчас, рассказывает Наталья Новикова. Почти месяц прошел с того страшного дня, точнее вечера, когда в селе Ходынино загорелся дом, и целая семья осталась без крова, без денег, без каких бы то ни было средств к существованию и без надежды. На прошлой неделе мы снимали репортаж о погорельцах, вот его фрагмент. Тут вот огород наш был. Вот. Здесь у нас постройка была, вот у нас и у соседки мансарда была. Вот у нее уже все отделано было, мы тоже вот собирались. А пожар начался вот с этой вот, с последней квартиры. Сейчас о беде семьи Каскиных наслышано не только в родном селе. Благодаря поддержке прессы и неравнодушных людей Наталья Каскина и ее дети обрели пусть и не твердую, но все же почву под ногами. Как оказалось, мир все же не без добрых людей, а отзывчивость и желание помочь, пусть незнакомому, но отчаянно нуждающемуся в этой помощи человеку, присущим многим рязанцам. Что называется, с миру по нитке. Люди привозят теплую одежду, посуду, продукты, помогают кто чем может. Вот что Наталья рассказала нам сегодня по телефону. Вещами вот это вот в этом плане, да, очень много помогли. Вот, сегодня должны вещи в город привезти вечером. Вот то, что там собрали. А так люди сами звонили, даже приезжали вот в деревню, вещи привозили. То есть в этом плане, да, все как бы это хорошо. Временное жилье пообещали, но пока вопрос повис в воздухе. Ну вот они что-то тянут, я не знаю, вот сейчас я буквально у сельсовета вот хочу написать заявление на, ну, то есть постоянное место жительства поставить, чтобы на учет поставили нас. В таких ситуациях помощи много не бывает. Семье по-прежнему нужна поддержка. Жилье, деньги, одежда. Все то, что позволит вернуться к нормальной человеческой жизни. Приняли присягу молодые полицейские первого офицерского выпуска факультета первоначальной подготовки при Рязанском филиале Московского университета МВД. Среди 25 выпускников представители всех профильных полицейских специальностей. На присяге была Оксана Себенихина. Молодые полицейские проходили первоначальную подготовку в Рязанском филиале Московского университета МВД. Присягу принял первый офицерский выпуск факультета в составе 25 человек. Присяга – это священная клятва верности и служения Отечеству. Всегда и везде быть первым в клятве закона и требования государства. С этой минуты вы становитесь полноправными представителями государственной власти, гарантом законности и справедливости. Получив определенные полномочия, в то же время вы берете на себя обязательства по обеспечению безопасности, законности и правопорядка в Российской Федерации. Курсанты прошли тщательный отбор. В программу их обучения входила не только базовая подготовка, занятия по стрельбе и рукопашному бою, но и оказание первой медицинской помощи, психологической поддержки и, конечно же, изучение нормативно-правовой базы деятельности полиции. В общем, на все руки мастера. Остается надеяться, что устаревшие методы обучения борьбы с преступностью теперь уйдут в прошлое, а службу будут нести только профессионалы своего дела. Свежая кровь, как-никак. Принципиальные, кристально чистые и бескорыстные кадры, как в кино. Сегодня рязанские пожарные собрали банный брифинг. Дело в том, что огнеборцам все чаще приходится выезжать на вызовы в горящие баньки. Заходит народ погреться, помыться, а тут вам и огонь-дым. Главная причина, по мнению пожарных, неправильное устройство компонентов доморощенной банной системы, ну и традиционное неосторожное обращение с огнем. Бани на Руси горели всегда, это факт. Баня сгорела, построил новую и живешь, паришься дальше. Видимо, такое положение дел укоренилось в создании русского человека, поэтому избежать пожаров в банях не удалось и этой зимой. Только за минувшие выходные в нашем регионе сгорело 5 бань. Виной тому не только халатность человека, но и изначально неправильное строение печи и дымохода, несерьезное отношение к выбору материалов, а также несвоевременное обслуживание печей. Значит, мы считаем, что все-таки немаловажную роль сыграли как бы вот морозы. Значит, многие отопительные приборы, печное отопление все-таки не выдержало, и где-то кто-то не досмотрел. Своевременно, так сказать, в летний и осенний период не привели в порядок отопительные печи, не оштукатурили дымоходы, или просто неправильно смонтировали дымоходы отопительных печей. Вот. И поэтому имеем такую печальную статистику. В случае, если баня сопряжена с жилым помещением, не следует отапливать помещение при помощи бани. Перекал печи, а именно поддержание температуры в 120 градусов на протяжении хотя бы 10 часов, опасно самовозгоранием дерева.
Помимо печей горят и жилые дома, и машины. Причиной возгораний в домах и квартирах нередко становятся самодельные обогреватели, которые, не в силах купить безопасные, конструируют рязанские кулибины сами. Ситуация с машинами не настолько однозначна. За первую половину января выявлено 5 умышленных поджогов транспортных средств. Что движет поджигателями, выявляет следствие. В остальных случаях причиной возгораний транспорта становятся сами владельцы. Пришло известие из недальнего от нас Воронежа. Здешние наркополицейские задержали 2 граждан Таджикистана, которые жили в городе нелегально. У них было изъято 0,5 кило героина и автомобиль BMW, который служил для перевозки наркотиков. Вот так нелегалы работают. И зелья в особо крупных размерах, и машины престижные, прямо штатовское кино, да и только. Есть что сказать и нашим коллегам-саратовцам. В Рязани тоже не дремлют заезжие наркоторговцы. Об этом сегодня рассказали сотрудники ведомства. Сотрудниками регионального управления госнаркоконтроля была проведена операция по задержанию гражданина Таджикистана, который привез в Рязанскую область для реализации более килограмма гашиша. В то время, когда он направлялся на встречу с предполагаемым покупателем, данный гражданин был задержан. В ходе следственных действий он пытался всячески отрицать свою причастность к сбыту наркотиков, не рассказывал свои установочные данные, никак не распространялся о своей биографии. В результате проверки выяснилось, что преступник уже несколько лет числится в федеральном розыске за совершение истязаний, причинение тяжкого вреда здоровью и угрозу убийством. В ходе обыска по месту жительства данного гражданина была обнаружена еще часть наркотического средства. Также было установлено, что в Российской Федерации он находился незаконно и государственную границу пересекал нелегально. В Рязани, как известно, долгое время мигранты, что называется, гужевались прямо в центре города, аккурат напротив Горьковской библиотеки, где располагалось помещение регионального управления Федеральной миграционной службы. Теперь столпотворение народов ликвидировано. В том смысле, что распоряжением местных властей офис ведомства переведен на новый адрес в Рязани, а именно на 14-ю линию. Там теперь отдел внешней трудовой миграции, а также отдел паспортной и регистрационной работы, гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев. Сразу после нашего выпуска в эфир выйдет программа «Подробности», где пойдет речь о новеллах миграционного законодательства. На вопрос ведущей программы Олеси Харлиной будет отвечать заместитель начальника регионального управления миграционной службы Александр Гудков. Ну а мы с вами расстаемся до среды. До встречи в эфире.